инструктор демонстрирует на тренажере для скалолазов. На организацию лагеря государство ежегодно тратит десятки миллионов рублей. Но и отдачу он, как рассказывают, приносит миллионную. Многие проекты, родившиеся на берегу озера, уже нашли инвесторов и успешно воплощаются в жизнь. Владимиру Путину сегодня показали новую энергосберегающую технологию и новую схему регулирования дорожного движения, которая могла бы избавить мегаполисы от пробок. Звонок начальнику ГИБДД. Проработайте. Проработайте, ладно? Договорились. Да, давайте. Спасибо вам. Вот, Кирьянов говорит, что мы подписали какую-то международную конвенцию в 60-х годах. Но она не запрещает. И Германия, и Украина тоже члены конвенции. Вы слышали, я ему сказал, он проработает. Может, не знаю. На 6-й год существования форум получил централизованное снабжение питанием, чтобы участникам оставалось больше времени для совместной учебы и совместного творчества. По идее, как в само живописное озеро Селигер впадает 110 рек, а вытекает из него лишь одна, так и из нескольких тысяч изначально разрозненных молодых людей, которые каждое лето проходят через этот лагерь, в итоге должна получиться единая, мощная, патриотически настроенная сила. Практически все вместе они сегодня общаются с премьер-министром. В поле разбит шатер, под которым прямо на траве разместились 4000 человек. Мы хотим расширить базу поддержки «Единой России» и обновить саму «Единую Россию», чтобы на ее площадку и по ее каналам во власть, в муниципалитете, в регионе, в федерации пришли новые, интересные, красивые и молодые люди с интересными, перспективными, нужными для страны идеями, которые они могут и хотят реализовать. Для этого и сделан Общероссийский народный фронт. Вопросы, в принципе, стандартные. Именно это больше всего волнует современную активную молодежь. Обсуждают будущее, перспективы развития страны и лично каждого, финансовые и политические. Может быть, действительно, России необходима и русскому народу некая такая железная рука и кардинально жесткие меры наказания. Спасибо. Вы сами-то в это верите, нет? Ну, немного. Правда? Да. Жаль. Жаль, потому что это неэффективный способ управления. Это особенно в современных условиях абсолютно тупиковый путь. Потому что все элементы тоталитарного режима, там есть главное, вот главное, что наносит вред. Конечно, там вот за период сталинизма миллионы людей погибло в лагерях, это ужасно, но еще важнее то, что тоталитарные формы правления, они напрочь убивают свободу и творческую активность человека, которую никакое государство подменить собой не может. И в результате этого неэффективными становятся ни экономика, ни социальная сфера, ни политика. И такое государство обречено. Именно это и произошло с Советским Союзом. Мы же с вами не хотим повторения. Значит, не надо нам этого делать. Андрей Григорьев, Павел Платонов и Александр Михайлов. Телекомпания НТВ. Тверская область.